Послание с добрыми пожеланиями и новостями из дома. Куда так хочется вернуться, очень ждет каждый участник спецоперации. Поддержка важна не только от близких, но и от земляков, граждан РФ, жителей нашей общей родины, ради которой военнослужащие сейчас рискуют жизнью. Каждый, кто хочет сказать слова благодарности нашим героям, может написать письмо и отправить его через любое отделение МФЦ до конца недели. В каждом МФЦ Ульяновской области размещен специальный ящик, куда любой желающий житель региона может положить свои послания для бойцов с словами поддержки, с добрыми пожеланиями, чтобы поднять их боевой дух и поддержать морально. Те, кто хочет отправить послание на конкретный адрес, могут сделать это через отделение Почты России. Адреса могут подсказать сотрудники. Номера воинских частей можно узнать от самих военнослужащих, либо в военных комиссариатах. Телефоны военных комиссариатов размещены на сайте правительства Ульяновской области. Родственники военнослужащих также могут отправить бандероли до 2 килограмм и посылки до 10 килограмм. Поблагодарить за работу военнослужащие смогут сами, ведь у них тоже есть все необходимое, чтобы отправлять письма домой. Юлия Руднева, Марат Мигдиев, Улправда ТВ.